Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутемпалт, и мы продолжаем играть в РК Survival Evolved на нашем этом сервере, на котором, ну и до этого играли. Ну, что хочу сказать, сегодня я, наверное, попробую в сово заразиться жнецом, ну или хотя бы в этой серии у нас будет построена ловушечка для жнеца. Спасибо за ваши лайки и комментарии, если это видео набирает 4 лайка, то сразу же выходит новое видео. Ну что ж, ладно, давай, погнали. Что я хочу тебе сказать? Вот мы тут уже одного жнеца растим. Покажу статы. Ну это у нас был 40-й жнец. 13 тысяч. 743 хп, нормально так. А чё это Василий вырвался? Офигели, что ли? Ладушки, Васю я зарыл. Так. Ой. Так, Васю я зарыл. Что же будем делать дальше? Мне сейчас надо по инвентарю, точно, надо выкинуть одного моего. Спинозавра. Уделить ему внимание. Сейчас я его еще покормлю. Вот так вот мы и сделаем. Сейчас его еще покормлю. Вот это вот ему все сейчас скину. А че, пусть растет. А то я тут, значит, такой занятой человек, да? А он не будет расти. Так, а по воде у меня что? По воде у меня еще на 2 глотка. Ну нормально, сейчас слетаем с тобой. Красный биом. Ну и будем все это дело делать. Так, ну и в чем же прикол? Мне надо отхилиться немножечко хотя бы. Посмотрим по костюму, что у нас тут. По костюму у нас пока, ну, более-менее держится. Если что, замену буду делать. Пока так все чистенько, культурненько. Никто ничего не мешает. Надо отхилиться сейчас. И можно, в принципе, идти пробовать поймать в себя какого-нибудь жнеца. Как-то так. Думаю, можно и в соло справиться, если загнать его в ловушку и не маяться какой-нибудь фигней. Тем более Дрейк у меня мощный, может быть, и все получится. Почему бы и нет?
что ж, погнали. Отхилился я, можно и теперь лететь, как говорится, делать ему ловушку этому жнецу. Почему бы и нет? Тоже тут видно то, что где-то жнец. Вообще, вот я предлагаю мне где-нибудь начать. Так, это что за жнец, кстати, у нас? Начинает строить какую-нибудь ловушку. Почему? Да потому что... Почему ты говоришь, что тут нельзя поставить фундамент? Давай тут поставим. Да нет, нет. Здорово. 75-й. Тут, короче, такое дело. Я рожаю ровно через 32 минуты, поэтому мне надо собираться. Так. А чё ты мне гамму-то включать не хочешь? Охренел, что ли? Да. Кажись, пацаны, сегодня мы без гамки. А вот без гамки-то как раз плохо. Да ты угораешь, что ли? Ладно. Давай так. Не, ну просто вы знаете, без гамки сейчас никуда. Куда гамму дел, уроды? А, че, туплю, ладно, давай сделаем, короче, так. Гамма 4. Все. Окей, гамка есть, все супер, играем. Так. А, блин, мне надо вот, короче, сейчас быстро собираться. Брать чернуху, и моя задача сейчас как можно больше мяса нафармить. Ну, скорее всего, я буду сейчас фармить безымянных. Да, буду фармить безымянных. Потом все это мясо попадет в мою эту личинку. Как оно попадет, это я скажу. Точнее, вы сами видите. Ну, там все просто, в принципе. Так, кстати, на нас тут никто не покушался. Так, да, все нормально, никто не покушался. У меня 30 минут. За эти 30 минут... Что за спальники? Владелец, цвет, пятачок, а наш спальник, я уже думал... Какого хера? Так, ладно. Моя задача сейчас прямая. Да хуя мясо набрать вот с безымянных, чтобы потом вот эта личинка из меня вылезла, забрала все в себя мясо это, и я не мотался и не кормил ее без конца. Чтобы она багом забрала все мясо и не ебала мне мозги. Вот такой вот у меня офигенский план. Ждем всех безымянных. Но я думаю, сейчас найду их, в принципе, что их тут искать. Сейчас будут тут все идти. Да харе боговаться за меня, гребаная. Короче, сейчас... Да, будут безымянные. Но это не скоро. Где ваши места-то, уроды? Вас обычно, блять, на вылезаете, хер отстанете, а сейчас не вылезайте ни хера. О, да неужели, первый погнал, давай, давай. Ты только с собой еще друзей приведи, окей. Я вот так вот сейчас залезу. Ну и, короче, ждем, друзья, сейчас у меня тут соберется их группа. И я их всех сожрал. Сожру их всех. We'll be right back.
Ебать там Дрейков. Так, ладно, ну чё, набрались? Давайте ещё вылезайте, хули вы. Окей, я слез. И опа, свет. Так, давай. Чё ещё с вас упало? 347 мяса, но это мало, не кажется ли вам? 347 мяса. Это мало. Давайте еще жду. Парни, у меня осталось 27 минут. Давайте еще. Мне надо больше мяса, больше крови. Или фиг с этими, буду жрать все, что вижу. О, 52. С какой-то улитки. Змея. Сейчас будет минус змея. О, как раз эти безымянные вылетел. Это хорошо. Это хорошо, что вылетели сейчас безымянные. Давайте. Собирайтесь. С вас более всего выгодно мясо собирать. Я жду вас. Ну, давайте. Я даже слезу, давайте, бейте меня. А я вас буду сейчас наебывать. А хули вы под землю зарываетесь, суки? Давайте в одну кучу, блядь, быстро. О, бля, пошло мясо. Хорошо мясо идет. Вот это вот я понимаю мясо, надо сейчас еще. Мало. А вы еще не хотите? Повылезать, нет? Блин, и чё-то, ну, давай. Ой, ну да, давайте на меня ещё дрейк нападёт, с которого нифига мясо не выпадет, да, давайте. Ты заколебал боговать, дурак. Ну, я же сказал, 5 кусочков мяса, вы серьёзно, вот с такой туши? Вон безымянные вылезли, это хорошо. Давайте еще, еще. Хочу еще, давайте. Больше драки. Чё как девочки. Давайте, терплю, терплю. Это сейчас у нас так последний подход будет. Как хорошо мясо тут добывается, прям уля-ля. Так, ладно, с мясом все. Так, священный камешек. Теперь сюда. Еще раз. Еще раз. Ну, я понимаю контент. Покормить кого надо. На самом деле, что-то мясо быстрее нафармилось, чем я думал. Ну ладно, расслаблять булки мне сейчас нельзя. Засяду, буду ждать, когда придут, так сказать.
Ой, кто придет? Короче, когда из меня начнет вылазить этот жнец. Ха. Жду. Не дождусь. Да, конечно, мне надо еще копья долбануть. Куда же без этого? Так, давай сюда. Опа. Отлично. Кстати, да, друзья, вообще красава, уже целых 4 лайка за прошлое видео. Давайте, друзья, если вы за это видео наберете 5 лайков, сразу же выходит новая серия по арку. Давайте, друзья, я вас верю. То, что вы справитесь. Так. Весело и обалденно, как говорится. Так. Я хочу поесть. Я же беременный, мне надо жрать. Вау. Тихо, вам поток носится, как ебанутый. Так, ладно. Ага. Кого тут? Вулкан? Вулканы беру, да? А в Хладосе у нас что в этом? Мяса нет, новых яиц нет. Чё яйца-то никто не ворочит? Такие... Так, фигня. Точно фигня. Так, может тут? А, ну да, тут даже дохуя. Я вот так вот возьму тогда сейчас. Это мне в спину. Спину наберу. А, ну да, ну конечно же, я еще немножко покормлю нашу траву. Надо жить. Блять, сука, всех кормить. Давайте, пошел контент, лопайте. Так. Ну-ка, вулкан. Сюда. Так, отлично. Осталось вон тут надавать. О, а тут есть ягоды. Тогда фиг с вами. Давайте, лопайте. Да и чё я тебя ограничиваю, на? Кушай, я позже еще дам. Наверное. Хотя не, вот прямо сейчас вот еще тебе выдам. Вопрос, почему бы и нет, мяса и так дохуя. Опа, отлично зашло. Так, ягоды, хорошо. Все есть, все замечательно, весело и обалденно. Осталось ждать 19 минут. Ну ладно. Значит так, вам подок мой сюда. Дрейк. Все мясо протушится через 33 минуты. Так, я тогда смотри, что делаю. Запрыгиваю сюда. Тут мой спинозавр, да, зверь? Вот прям лютый. Который еще на охоте не был, ничего не делал. Так, сюда. Я вспомогательные вещи я положил. Так, ну что мне осталось? Еще теперь вот так. Убрал. Че, я пустой? Да, я идеально пустой. Вы только посмотрите на
Это пузо. Это что-то, вы понимаете? Это что-то с чем-то. Так, ладно. Времени на самом деле немного осталось. Надо будет сейчас себя, ну, да хуя мясо набрать, чтобы он родился, меня сожрал. И все было весело и обалденно. Что у нас тут? Тут у нас ничего, просто постелька. Постелька называется Reaper. Какую тут технологию сделал мне Лаван? А технология проста. Сюда зашел, тут родил, сюда зашел, тут родил, сюда зашел, тут родил. Лестницы тут, конечно же, есть. Я, наверное, буду в средней рожать, почему бы и нет. Оставлю прям вот так вот все среднюю открытую. Это у меня тут закрыто. Но на самом деле прикольно он придумал. Я одобряю. Так, ну тут вот пин-код ебанем. Ой. Так, нет. Ну ладно, давай. Погуляю пока, подумаю. А, точно, надо огородик проверить. Почему бы и нет? Как там в огороде дела? В огороде все фигово, да? Надо звать Толяна, не следит за огородом. Огородик-то его. Чё ж он за огородом-то не следит, а? Толечка. Ой, засунь ты его обратно. Засунь ты его обратно, открой. Еды у тебя сколько, лютый ты скоробей. Жара уже давно не жрал. А ты по еде чё? Удобрение надел, молодец. Так, о, ягоды приехали. Замечательно. Картошка. Ягоды. Ягоды. Морковка. Лимончик. Ягоды. Ой. Ну, стимберри мы тоже возьмем. Кукурузка. Наркоберри. Вообще тема темская. А чё с этой-то? С водой не так. Хуя вы тут ебанулись. Окей. Какого хера этот холодос вот всякой хуйней заполнен опять? Вообще я думал то, что в том холодосе у меня будут киблы. Почему вы его решили так заполнить, ебать? Просто ору, ребят. Просто угораю. Я не понимаю, как так можно. Ну ладно, пока я кибу не готовлю. Да хрен с ними, но, блядь, это жестко. Ебать, у меня талия, он, конечно. Это все положил, хорошо. Металлический резервуар для воды. Воды них. А не, вода есть. Вода есть, это хорошо.
Так, ну чтоб ты не подох, на, вот эту вот штуку съешь. Наш нам сейчас не нужно. Остается уж почти 10 минут. Так. Кушаешь, да. Сейчас тогда давайте, ребят, засяду в этот бункер. И начну запись перед родами. Вот мясо протушится через 6 минут по одному кусочку. А мне осталось 12 минут. Ладно, хер со с ним. Мне уж просто не терпится его родить. Этого рипера. Вылезти должен будет где-то 110 уровень, но по моим подсчетам. Так, ладно, это яд безымянного. Столько яда безымянного, если честно. Так, какие это я... Оставляем. Ну погнали, чё. Ну ладушки, дорогие друзья, сейчас пока останавливаю записи и ждем рождения этого заразы. Вот и осталось, друзья, уже одна минута. Надеюсь, то, что личинка будет какой-нибудь, ну как сказать, необыкновенная, а с каким-нибудь интересным раскрасом. Я бы очень был рад, если бы выпал жнец с интересным раскрасом. Потому что как-то обычных мы видели, а вот жнецов, которые попадаются с каким-нибудь синим или красным оттенком, такого мы еще не видели. Ладно, ну что, ждем. Вот и остались 26 секунд. Ждем, сейчас из меня вылезет эта зараза. Всем внимание, смотрите на меня. Включил режим осмотра со стороны. Сейчас будет жестко. Ё-моё. Смотрите, хп у меня вообще нет. Личинка 110-я вылезла. Ты меня убивать будешь? О, да, красава. Ты моя радость. Только, пожалуйста, всем на нее агриться не надо, а? Чего заагрились, как ебанутые, а? Уйдите подальше, а то еще... Вылезет на вас там
Детеныш, король, жнец. Мясо принял, да? Ясен пень, он мясо принял. Оттуда он должен будет сейчас не вылезать, по идее. Ладно, дайте мне. Игра, если что, я сейчас с гамма, вот просто сравните. Вот теперь вот я худой как надо. Так, дайте мне, пожалуйста, обратно мои вещи. Опа. И феромоны тоже обязательно дайте. Сейчас мы посмотрим, как будут действовать феромоны. Так, окей. Феромонов хватает на 293 секунды, но это типа защита такая у меня, чтобы меня не трогало этот засранец. Чё меня бьёшь-то? Так, ну вот как я и говорил, багом он забирает в себя все это мясо, и мне не надо заниматься такой херней, как за ним следить. Без конца. Феромоны действуют пока на ура. А ты, кстати, у нас как вышел? О, фига себе, а это же такой рыжий жнец, кажись, будет, да? Да, рыжий. Рыжий жнец — это тема. Так, давай посмотрим твой инвентарь. Пока ты уже стартовал аж на 9776 кхп, выносливость 1248, еда 6900, вес 572, ну... ты не весовой будешь, это ясен хуй. Урон в ближнем бою 231%. Король жнец, ты у меня самец. Как тебя назвать? Действие изменить имя. В натуре, а как назвать жнеца? Сейчас, погодите, надо подумать. Назвать его Рикардо, но это больно дико. Давай я тебя назову. Так, ну, если ты... Давай ты будешь Альфа... Альфа-жнец. Я тебя назову Альфа-жнец. Альфа-жнец звучит пиздато. Вот видите, он пытается на меня что-то сагриться, меня кусает тут. Что-то сделать со мной пытается. Хотя да, феромон это заканчивается. Сейчас я пизды туда огребу. Ладно, пусть сидит там, думает над своим поведением. Фух. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутемпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про 5 лайков за эту серию, чтобы сразу же вышел новый видосик. Ну что ж, всем удачи и всем пока, друзья.